Кися! Кися, догоняй! Кися! 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 Империя чужих. Я поймала! Я поймала! Всем доброе утро! День второй у нас. Мы уже позавтракали, да, Денечка? Деня, как всегда, у меня подтягивается на стул. Давай аккуратно, Зай. Аккуратно. Я пью кофе. Сейчас мы пойдем в магазин, будем брать творожки, вкусняшки, ну и прогуляемся по дню перед сном. Потом уложу малого спать, буду вам монтировать видео новое. Так что, если что-то по дороге прикольное увижу, обязательно вам покажу. Вышли, взяли малому в детском магазине. В общем, есть все как у нас. Зашли какая-то... А что это за улица, как называется? Короче, какая-то улица такая. Пушкинская, может быть, да? Центральная. Мы тут идем, посматриваем. Не центральная? Центральная, это там надо. Ну, похоже на центральную. Короче, кафешки всякие, типа фикс-прайса что-то есть. Только я почему-то зашла, и первую цену, которую я увидела, 350-150. Так что, типа фикс-прайс реклама такая. Все по 10, типа, да, а там уже все далеко не по 10. Вот, ну, в общем, гуляем, ходим здесь. Пока ничего такого прям вау-вау не увидела. Ну, просто прикольная атмосфера. Гуляем. Шли-шли мы, я проголодалась. Зашли в бургерную. Вы же помните, я Макдональдс люблю и больше почти нигде не ем, но оказывается, есть бургеры вкуснее, чем в Макдональдсе. У нас в Ростове есть такое, я вам показывала. Сейчас здесь попробую бургер. Взяла еще ложку одноразовую, то я забыла малому ложку взять. Покормлю его. Он с бабушкой там и с братом гуляет на улице. А мы зашли съесть по бургеру. Взяли бургер. Ну, я вот так не видела, чтобы когда-нибудь ложили. Здесь просто тоненькая четвертинка или половинка маленького помидорчика. У нас всегда кладут большие. Маленький огурчик, просто малюсенькая булочка, малюсенькая, стоит 159 рублей. Охренеть. На один зуб. Вот такой интересный памятник. Две лампочки. Лампочка мама, наверное, лампочка дочка или лампочка сынок. Вечером они горят. Ой, как мне нравится эта арочка. Я вообще люблю, я хочу в какую-нибудь арку. Вот, кстати, в Москве надо будет, если ты знаешь, какие-нибудь, чтобы розовые там были, белые, с огоньками. Вот такие арки есть красивые, сады какие-то. Класс. Мы идем. Ну вот мы на набережной днем. Сегодня у нас погода не очень, в плане, что не покупаешься. А так очень даже хорошо, свежо, мы дышим свежим воздухом, вот гуляем тут. Сейчас Деньку кормить буду. Корабль какой-то. Бабушка одна успевает за внуками двумя следить. Какое-то огромное дерево. Так что это за дерево? Юль, ты знаешь, что за дерево? Нет? Короче, какое-то огромное дерево. Его нужно подойти и потрогать. С другой стороны сейчас тут фоткаются. Мы с другой стороны обойдем. Вот такое огромное дерево. Оно прям, ну да, большое. Большое. Что же у меня с камерой? Она прям вся... Надо потрогать, обниматься все. Но я не буду обниматься, чисто потрогаю. Че жужжит? Камера жужжит. Вот. Да, широкий очень. Ну что, как и собиралась, я дошла до рыбок. Вот они. Сейчас буду делать пилинг. Стоит здесь всего лишь 5 минут 200 рублей. Вот, я думаю, 5 минут мне хватит. Боюсь. Это не больно, кстати? Не больно. Ну что, я готова, я разделась. И что, прям опускать, да? Я боюсь. А, до колена здесь, да, наверное, повыше поднять? Давайте по одной. Я боюсь, если честно. Они прям... Они теперь... Посмотри, они ровом прям на мою ногу хотят напасть. Короче, ни разу не было, да, кусать?
смени вторую. Это не больно, это просто такое ощущение очень-очень странное. У меня, видимо, есть там, что есть. Они между пальчиками залазили. Боже мой! Я 5 минут не выдержу. Я как сумасшедшая. Ну, в общем, я уже привыкла. Ну, классно. Называются рыбки Гаря Руфа. Кайф. Напали на меня рыбки. Пираньи. Крошки, все, покушали. Отходим. Отходим. Да? В общем, рыбки мне очень понравились. Я даже не ожидала, что я так их испугаюсь. Не то чтобы как-то страшно. Ну да, страшно, но как-то неприятно. И какое-то ощущение вообще очень... А главное, сейчас пойду. Вообще даже не думала, что у меня такая будет реакция, если честно. Вот. Но мне очень понравилось. Необычное. А сейчас я увидела там кое-что. Сейчас пойду наряжаться. В общем, здесь есть вот такая штука. Та-да-да-дам! И я не могу, просто я выбираю платье, какое я хочу одеть. Карета тут, в общем, сейчас буду выбирать. Я не знаю, какое понравится вам. У меня глаза растерялись. Мне нравится вот это вот зеленое, потом... Ну, вот это красное тоже красивое. Вот это желтое. Вот мне кажется, я желтое, наверное, выберу вот это. Вон красивое еще там, вон... И синяя, и вот красивая со шляпой. Но мне кажется, что мне как блондинке очень хорошо с желтым. Сейчас я его одену. Шляпа большая. Хочешь? Палево. Карету мне. Карету мне, карету, да? Что-то мне дали увеличительное стекло. Вот это да. Я бы еще своей, своим потаном сказала, чтобы мне подкрутили полосы. Ну ладно. В общем, мне понравился безумно этот образ. Я думаю, что я бы была супер... Блин, а кто они там в то время? Белые киты, дельфины, кто это? Кто это вот я? Ну, типа, кто там они? Кто? Вы знаете? Графини. Кто покруче кто-то там еще? Кто? Кто покруче? Конечно. Дальше за королевы. Ваше Величество. Да, конечно. А также только в среду и субботу всегда супер-шоу в Экваторе. Наш адрес. Улица Кирова, 156. Вся информация по телефону. +7 978. Я не заплатила в... назад в прошлое. Так, это было круто. А что ты выбрала? Мои впечатления? Это было очень хорошо. Я, честно говоря, даже немного на мгновение окунулась в то время и почувствовала себя какой-то супер графиней или вот кто там... Вот люди. И какой-то супер графини или кто там, вот супер крутой человек, влиятельная дама, это вот про меня. Я бы вот, даже бы роль какую-нибудь, если бы в кино играла, то играла бы какую-то такую коварную. Ну вы поняли, да? Все. В общем, это классно. Я рекомендую, если кто-то где-то такое увидит, вот прям фотографии, видео, очутиться, почувствовать. Класс. Ну, идем дальше, гуляем. Такое мороженое прикольное. Вкусное? Ты попробовал? Там, короче, трубочкой заливают, и это рожок такой. Смотрим мы на эти карусельки, и плохо нам становится. А они уже останавливаются. Мало того, что они качаются влево-вправо, еще и едет очень быстро. Мне кажется, может вырвать. Я бы назвала эту карусельку «Поблюй», если не слабо. «Поблюйка». Так она еще и в обратную сторону едет. Охренеть. Сейчас разгонится. А ну-ка поближе.
Не, ну на видео кажется, что она как-то не быстро. Короче, я бы на такое не прокатилась. Еще я тут увидела какой-то необычный магазин детский. И он очень красивый. Тут, как я понимаю, продаются игрушки, и можно все трогать деткам. Велик какой-то. Ты с нами? Туда с мороженым, думаю, нельзя, наверное. Доешь сначала. Я пойду. Я люблю розовый цвет и все такое. Красиво так. Пойдем. Вот такую маленькую машинку. Ну, что-то в последнее время любят маленькие машинки. Тем более у UFC маленькая машинка. Он с ней играется. Смотрите, какие вкусняшки. Да? Рай сладкоежки. Что-то я хочу взять что-нибудь. У качака прошла. Я надеюсь, YouTube не заблокирует эту песню. Музыка вообще огонь. Вау, что мы будем есть сейчас? Надо попробовать. Надо попробовать. Оформление вообще кафешки офигенское. На потолке тоже. Не, у них есть. Идем гуляем. Набережная, на самом деле, здесь шикарная. Мне очень нравится. Прям кафешек красивых, как я люблю, на берегу. Очень много. Но здесь еще типа бутики такие, короче, непонятные. Я сейчас зашла, кофточка такая белая. Ну, знаете, кружевная, она на китайских сайтах, ну, по 10-15 долларов продается. Знаете, сколько мне сказали? Сказали 35 тысяч. Я говорю, а что за фирма? Queen Mode. Может, кто-то знает итальянскую фирму Queen Mode? Я просто впервые слышу. А сказано, она была как будто очень крутая, известная марка. Но я не в первый раз слышу. Может, я этот колхоз? Мне много писали, что я колхоз. Может, это правда? Пора поверить в это. Ялта на самом деле очень колоритная. Она необычная. Я, может быть, давно была на российских наших морях, я сравниваю, да? Но здесь по-другому. По-другому. Не так, как везде. Необычно. Какие-то звери ходят. Нет. Надо было предупреждать, не зачем мы делаем. У нас стандартная цена. Но! Нет, это не мой фасончик. Синий. Наверное, не правильно. Пошла муха на базар. Держи за хвостик, держи за его скорее. Сейчас ялки поймали на сей. Ой, как хорошо. Такие лавочки на весике очень симпатичные. Резко меня перебросило по повышению. Ну, даже мне больше нравится в королевском троне, естественно. Как бы мужа я своего отправила. Короткая история. В общем, ладно, мне нравится. Такой образ больше. Раздевайте меня. Снимите меня. Я все.
не вставай, пока занято. Давление морские. С другой стороны набережная мы возвращаемся. Морские котики и киты хорошие. Дыня проснулся. Детям. Дыня проснулся, поэтому все, никаких фотографий, хватит. Привет, Пузо. Кися. Кися, догоняй Кисю. Кисю, догоняй. Кися. 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 Ой, ты Кися, скажи. Тимотя, Тимотя, тебе придется потерпеть. Потерпи, Тимотя. Терпеливый кот. Да, кот у нас, скажи, терпеливый. Что там, Дэнни, у тебя? Божья коровка. Божья коровка. Он сейчас ее раздавит. Смотри. Божья коровка. Не раздави, Дэнни. Дэнни, не дави. Это, Дэнни, это живая божья коровка. Не дави ее. Давай. Где божья коровка? Вот она ползет. Аккуратно. Вик. Вот она побежала. Побежала, побежала, побежала. Божья коровка. Дэнни. Ой, нет. Бедная, все. Отпускай ее туда. Блин, у меня аж сердце ёкнуло. Живая. Все, Дэнни, нельзя. Не дам я тебе божью коровку. Отпустим ее, пойдем на балкон. Да, все, балкон пока она живая. Погулять. Тут фонтанчик такой. Так, сейчас мне хотят показать бассейн. Тут какой-то есть крутой бассейн. Сейчас взгляну на него. Хотя погода пока что... не купательная. Ну ничего. С подогревом там. С подогревом даже. Ага, из теплой воды вылезешь и замерзнешь потом. Ух ты. Ля, можно же перелезть просто. И сказать, что просто мы выходили, мячик потеряли, укатился тут мячик. Слушай, фотки какие красивые тут могут получиться, блин. Но что касается фотографии, это для меня самое больное. Да? Там еще включаются всякие жакузи, ну, знаешь, бульки. Классно. Симпатично. СПА-процедуры, все такое стоит 1500 на целый день. Но малыша на целый день куда я дену? На 2-3 часа какой смысл? Одно, и что я тут буду делать? Русская баня. Русская баня, что ты натворила? Вход в баньку платный. Смотрите, как красиво. Ой, вот здесь бы я что-нибудь сняла, знаешь, такое. Всего одна надежда. Спела бы что-нибудь. Клипчик. Ну, блин, девчонки, не могу. Я здесь не сниму вам в Ялте клипчик, к сожалению, на новую песню. Ну, потому что просто я не взяла платье, я не взяла штатив. Так что будем на Дону снимать. Или хромакей попробую. Я все его еще тестирую. Красиво. Сейчас идем к морю. Выдыхать пары солевые. Море. Море, море. Что там? Сейчас раздену тебя. Дождь с одной стороны, с другой стороны, так что мы срочным образом убегаем. Бегим! Вышли. Вечерняя Ялта, набережная. Что тут красивое делают? Сейчас вам покажу. Можно? А это самое красивое. Thank you.
tattoos. Watch out, check it. Boom, you know what I mean? Make the powder well 14, you know what I mean? And reload my... Вы очищены. Мы приехали в Воронцовский парк. Правда, мы сегодня спали, отдыхали целый день, приехали под вечер. Так что, если успеем, пока не потемнеет, то посмотрим. Я уже купила себе сережки такие классные, нежненькие. Из разных пород деревьев. В общем, тут дерево, покрытое белой краской. Ну, мне нравится. Мне кажется, сюда еще подходит. Я все что-то такое ищу. Вот, Воронцовский парк, да, я сказала. Сейчас что-нибудь интересное будет, засниму. На высокой горе, я показываю пальцем, они не видят. На высокой горе, короче, можно ходить по канатным дорожкам. Охренеть, я бы не рискнула. И на такое красивое озеро. Смотри, уточка плывет. Сейчас пойдем лебедей, смотри. Сына мой любуется, созерцает. Что там, Евсей? Что там? Водичка? Пить можно ее, интересно? Пойдем помыть. Ой, кто здесь такие? Красивые. Да. Что это? Лень, ты побежал? Мне, по-моему, штаны упали. О, свою нашел, глянь, коляску. Вот они, врата, главные, наверное, а может нет, в общем-то, в сам дворец. Ух ты, как грелка! Печка. Тёплая. Как из старых фильмов каких-то, потому что такая тишина. Идем мы по дворцовым улочкам. Слушай, ну прикольно они здесь жили, мне кажется. В этих платьях классных таких. Тут. Представляешь, сколько гостей наезжало. Фокус прыгает опять. Вот даже видео не передает все так, видишь? Вот посмотри, вот так мы смотрим, и вот на видео. Ты приблизь. А я не знаю, как. У меня нет зума, похоже. Ялта! Доброе утро, мои сладенькие. Помыла голову вообще. Вообще в гостях не очень люблю мыть голову, но так как мы здесь не быстро, поэтому хотела сказать, что я попробовала. Помните, я вам говорила, что с собой я люблю брать всегда. Чё мой сладкий? Чё взял? Чё принёс маме? Люблю брать одноразовое, то, что мне присылали все время в бьюти-коробочках или еще что-то. Я попробовала вот такую серию, это шампунь и маска. Я вам скажу, просто офигенская, ну необычная. Что мне понравилось, что шампунь, он, короче, как мед. Реально, я его накладываю, думаю, ой, липнет. И вот столько мне хватило, я разделила на два раза один вот такой пакетик. Сначала я два раза мою, сначала я первый раз мою, чтобы жир убрать, да, который у нас накопился. Слушайте, меня унитазы меня преследуют, да, все время на фоне. Вот, а второй раз я уже мою для того, чтобы размылить. Вот, и все размылилось вообще очень хорошо. На голове много пены. И маска, я ее выдавила всю сразу, и ее как бы мало для моих волос, но я ее распределила, прям так распределила, и я вам скажу, шелк. Смылся прям шелк, поэтому
Если я где-то увижу такое, я даже не знаю, где это продается, я обязательно бы купила, попробовала или кому-нибудь на подарок бы можно было бы. Сейчас мы собираемся на пляж. Жопа маленькая. Мишка так ему это нравится. Ну что, я на пляжу и решила, все-таки нужно окунуться, хотя море холодное, и без вас я вряд ли окунусь-то в нем. Так, меня тут фотка проверила. Но с вами мне ничего не страшно. Я окунусь. Холодная, правда? Вот если бы я не брала камеру, я бы не пошла сюда. Господи, холодно. О, да, а сапоги потом, когда сядешь, тепло. Да? Да. Я люблю делать так. Тепло. Раз, два, телефон. Три. Ой, ветер теперь холодно. Я просто должна была это сделать, возможно, это единственный, первый и последний раз. Слышишь, ты вот просто присядешь, когда вот так, вводил. Все, надо камеру теперь уносить и возвращаться обратно. Белочка. Ой, это красиво такая. Хочу ее близко-близко. Так близко. Она не укусит? Страшно. Ой, еще одна. Так она посмотрела мне в камеру, ты видела? Но. Мы идем с красоткой Викторией. Идем суши сейчас есть. Я малого оставила бабушке, бабушка не боится оставаться с ребенком. Отпустила меня одну. Суши пожрать. Чувствую свободу. Мам, я только на суши верю. Но у нас еще один ребенок. Постарше. Вот. Не. Короче, красиво, хорошо, погода шикардос. Сегодня позагорали, я и поплавала. Но я не любитель плавать в море, я больше в бассейне люблю. Но как это называется? Как с крещением. Это? С крещением, да. Вот, так что все хорошо. В сторону. Там. Что там, мальчик, покататься? Короче, здесь очень красиво. Здесь шикарная набережная вообще. Я думаю, что вот здесь вот так с любимым поехать или, ну, как бы просто с ребенком. Я приехала к родственникам, это, ну, как-то другое. Как-то я уже давно не отдыхаю. Вот с ребенком не поотдыхаешь, блин, толком. Ну, вот я представляю, что вот так вот вдвоем там, с подружкой. Или ну, с семьей, со взрослыми детьми, или с любимым. Шикардос, столько мест красивых, вообще рестиков. Я уже говорила это. Ну ладно. По набережной везде гуляют звери, вот такие большие. Здесь мы видим две огромные панды, танцующие, прикольные. Как им неудобно ходить, наверное. Глянь. Ногами шурка. Колобки. Он не прыгает? Здесь смотри, богомол. Богомол. А что он делает? Он не кусается? Вот в такую кафе. Сейчас запробуем тут суши. Говорят, вкусные. Заценим. Мы сели, вот нам принесли. Горячая, холодная. Куча всякой красоты, короче. Попробую, потом расскажу. В общем, поели. Это было безумно вкусно. В
общем, мы стоим в очереди. У нас, вон, смотрите, сколько народу там. Все хотят на канатную дорожку. Сейчас мы запрыгнем туда, потому что там маленькая-маленькая такая, ну, покажи, штучка. Куда поедем? А, вот нам надо запрыгнуть сюда. Вот так вот все. Ой, с треском. В общем, мы втроем сейчас туда забуримся. Та-да-та-да-та-да-та. Почему именно эта песня? Вот так красиво. Я боюсь уронить, если честно. Камеру свою любимую. Мы тут периодически встаем. Но в плане все останавливается. И все боятся. Ты боишься? Боюсь. Боится ребенок. Вот мы спустимся и им скажем, к чему вообще? К чему? Да? Наругаем их. Скажем, мы вам самокат оставили. Залог. Залог. А вы не контролируете электричество. Стекла было им чистые сделать, классные, да? А то подранты уже такие. Дорога. Короче, я пейзажный портрет. Портретист, пейзажный я. Ну, стой за листочки, мам! Прыгаем с правой ноги. Господи, как же это... Блин. Мамочки. Что-то я... Спасибо. Растерялась прям. Страшно-то. Упасть вот так лицом в грязь. То есть лицом в коврик зеленый. Империя чужих. Я поймала. Я поймала. Ха-ха. Я не могу. Это такие редкости. Когда я хавлю. Так, здесь, короче говоря. Что здесь? А что здесь? Мы бы поймали мы попали на гору, тут воздух разряженный. Не смешно. Как красиво. Тут играют нам музло. Фонтаны. Рыбки. Вот классно сделал. Пойдем пофоткаемся вот там. Вот там, вот там, вот там. Вот там какой-то этот... Короче, вы поняли? Рестик. Чего мне так смешно вообще? Вот здесь, короче, кожаная тачка. Здесь какая-то галерея ретро-автомобилей, да? Вон она. Кожаная. Ты нафоткала? Может, я тоже возле нее как-нибудь облокочусь? Давай. Кожаная, это чело. Сейчас я на нее лягу. Такие железные штуки тут стоят. Сейчас я седу на железный мотик. Сфоткаюсь. Мир фотографий. Вот такой крутой забор здесь. Да господи. Вечно мне все не слава богу. Все, накатался? Вот мы и вернулись, прокатились туда и обратно. Теперь мы идем домой. Пойдем туда. Помните, мы пробовали водичку в бювете? Вонючую. А вот здесь очень даже вкусная водичка. Пью. Вообще без запаха, как с родничка. Это как кафешка какая-то, да? Вот светло еще, а там такие огоньки горят. Как будто вечер, такая музычка. Я тоже вот так вот думаю, можно же петь мне. Ну, я и к тому, что я ничего против не имею. Я вот так, когда вижу, на самом деле, люди поют. И даже в переходах стоят, когда думаю, вот классно. Стой, пой. На самом деле еще, ну, как бы тренируйся, да, отрабатывай технику того, что ты при людях все это делаешь, да, вообще ходят вот так, еще и могут думать что-нибудь, да.
Ну, особенно если я встану петь, то что они будут думать-то про женщин думать-то ничего не будут. А если я встану, еще и шляпу положу. Вот. Ну, я к тому, что было бы прикольно, на самом деле, для меня было бы прикольно бы такой барьер переступить и вот так вот выйти и попеть. К тому, к чему же я говорила. Да, перебарывать свой страх зрителей, аудитории, что-то еще. Забыла. Я уже устала, у меня полная сумка всего. И мы идем домой. Ну что, заканчиваю я влог. Сегодня мы... Блин, какая классная фотка, надо сфоткаться в инсту. Я так люблю, когда классный свет какой-то падает в окно. Ой, что там мне несут. Да, вообще шикарная фотка. Вообще шикарная. Ты обработала чуть-чуть? Вообще как? Ты мне скинула? Мне сейчас скину. Давай. О, сейчас классная фотка будет в инсту. Спасибо. У меня фотограф тут супер-мега-классный. Вот что значит талантливые люди. Так, вот я люблю, когда свет падает классно. И сейчас я вот так вот сфоткаюсь тоже в инсту. Что хотела сказать. Сегодня мы встали, погода хорошая. Сегодня мы еще подгорели, усы на плечики. О, надо записать, кстати. Я не взяла ничего, естественно, для загара. Я, короче, чемодан собираю. Реально, я собрала всю ребенку. Себе реально взяла только двое шорт, две кофты и платье. И теплый костюм. Все, больше ничего не взяла. Получается, я на всем уже нафоткалась. И зато сына еще не все даже, по-моему, переносил. В общем, как-то я не соображу еще, как мне собираться. В общем, я хочу закончить влог, потому что мне кажется, он будет длинный. А нам еще осталось тут пару дней. Взяла билеты, потому что какие-то космические цены на Аэрофлот. Представляете, в один конец 22 тысячи, 25, в один конец. Ну, как бы можно что-то себе прикольное купить, нежели только слетать. Тем более, ничем не отличается. Я взяла там один только день, был за 6,5 самолет. Хотя прилетела я сюда за 4,5. Представляете, разница какая? Аэрофлотом. Вот, и в итоге нам же нужно еще отдохнуть перед поездочкой в Москву. Поэтому сильно здесь не задерживаюсь. Но как раз погода уже, пока мы здесь, будет хорошая, а потом будет на убыль идти. Вот, но уезжать не хочется, здесь так хорошо, нас так хорошо приняли. Деньку вообще залюбили тут. Что он у меня расслабился чуть-чуть, сейчас домой приедем. Начну воспитывать, как положено, в строгости. Вот. Ну и что еще? Все, заканчиваю влог, целую вас, люблю. Что-то прикольное будет, еще обязательно сниму.